Город Камны вновь принимает культурные торжества Азербайджана. Древний и в то же время богатый на культурные мероприятия этот французский город еще днями ранее уже стал украшаться баннерами и постерами, связанными со страной огней. Таким образом, горожане и тысячи туристов были проинформированы о мероприятиях, посвященных нашей стране. В рамках Дней культуры зрители получат возможность ознакомиться с историей, музыкой, литературой, классическим и современным искусством Азербайджана. 9 июля первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева, встретилась с мэром города Каны Дэвидом Лиснардом. Отметив, что уже второй год Азербайджан проводит грандиозные мероприятия в Каннах, мэр города сообщил, что в этом году наша страна уделила большое внимание спортивным мероприятиям. Он сказал, что это совпадает с целями по развитию Канн. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что рада представлять ценности азербайджанской культуры в Каннах. Подчеркнув, что в программе этого года широкое место уделено спортивным мероприятиям, Мехрибан Алиева сообщил, что это связано с проведением летом 2015 года в Баку первых Европейских игр. На встрече были обсуждены предстоящие совместные проекты и состоялся обмен подарками. Затем началась торжественная презентация Бакинских Европейских игр 2015. Ведущий мероприятия представил участникам церемонии информацию о стране огней, истории и культуре нашей страны. Сообщил, что богатый культурными ценностями Азербайджан примерно через год примет у себя первые европейские игры. Мэр Кан Дэвид Лиснард отметил, что связи между жемчужиной Кавказа, Азербайджаном, и жемчужиной Средиземного моря Каннами постоянно развиваются. Отметил, что наша страна уже во второй раз организовывает в Каннах Дни культуры. «Азербайджан богат культурными ценностями», — сказал мэр, выразив уверенность, что в следующем году Европейские игры будут организованы в Баку на высоком уровне. Первая леди Азербайджана, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева, выступила на мероприятии. Поприветствовав участников церемонии, она выразила удовлетворение новой встречи в Каннах. «Для меня большая честь быть почетным гражданином города Канны. И я пользуюсь этой возможностью и передаю свое почтение этому прекрасному городу и его жителям», сказала Мехрибан Алиева, поблагодарив всех за гостеприимство, уважение и внимание. Отметив, что сегодняшнее мероприятие посвящено знаменательным в истории Азербайджана событию, предстоящим в Баку в 2015 году первым Европейским играм, Мехрибан Алиева сказал, что принимать эти первые континентальные соревнования для нашей страны и большая честь, и большая ответственность. Рассказав о внимании азербайджанского государства к вопросам развития спорта и широкомасштабной работе по созданию в республике мощной спортивной инфраструктуры, а также о накопленном опыте в проведении крупных международных состязаний, первая леди Азербайджана отметила успехи наших спортсменов на Олимпийских играх разных лет. Пригласив всех присутствующих на первые Европейские игры в Баку, Мехрибан Алиева выразил надежду, что, будучи нашими гостями, они смогут ознакомиться с историей, культурой, архитектурными памятниками и традициями страны огней, являющейся также одним из мировых центров толерантности и мультикультурализма. Первая леди Азербайджана сообщила, что подобные презентации пройдут в различных городах Европы. Но первое мероприятие организовано именно в Каннах, и это не случайно, так как Франция – одна из ведущих стран Старого Света, центр общечеловеческой культуры, дружественное для Азербайджана государство, в различных городах которого проводятся мероприятия по популяризации нашей страны. Мехрибан Алиева выразил надежду, что первые Европейские игры в Баку внесут вклад в укрепление олимпийских идеалов, нацеленных на объединение людей, народов, стран, на налаживание мостов и установление мира и благополучия. На церемонии состоялась видеопрезентация, посвященная Европейским играм в Баку, в котором дана подробная информация о проделанной за прошедший период работе, построенных спортивных объектах, заседаниях, проведенных под руководством председателя оргкомитета игр Мехрибан Алиевой. Президент Олимпийского и спортивного комитета Франции Дени Масселия назвал проведение в 2015 году в Азербайджане первых Европейских игр большим событием. Высоко оценил связанные с этим работы и подчеркнул, что подготовленные работы к Европейским играм проводятся на высшем уровне. Он выразил полную уверенность в том, что Баку успешно примет эти соревнования. Затем был устроен прием, посвященный презентации Бакинских Европейских игр 2015. Мастера искусства Азербайджана выступили на церемонии с концертной программой. Затем на знаменитом Каннском бульваре Круазет был устроен салют. Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана. Фейерверк сопровождался музыкой азербайджанских композиторов.
Остался почти год до проведения первых Европейских игр. Работа, выполненная за прошлый период, осуществленная в связи с играми мероприятия, дают основания говорить о том, что принятие решения о проведении этих крупнейших континентальных соревнований в Баку является свидетельством того значения, которое придается олимпийскому движению в нашей стране. Это также является примером интереса, оказываемого на международном уровне, идущим в Азербайджане процессом развития в спортивной сфере.